В Энгельсе произошел несчастный случай. Возле пятиэтажного дома номер 37 на улице Горького обнаружили тело пенсионера. По сообщениям портала ЧП «Саратов», с крыши балкона на четвертом этаже упала глыба льда, попав на проходившего мимо 77-летнего мужчину. Гражданин был госпитализирован бригадой скорой помощи, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пенсионер умер. Специалисты службы спасения Энгельса ликвидировали угрозу схода снега и льда с четырех балконов дома. По данному факту прокуратура организовала проверку. Нарушения в данной сфере носят массовый характер. По всем фактам нарушений законодательства приняты меры прокурорского реагирования, и виновные лица привлечены к административной ответственности. На территории города Энгельса, где произошел сход на льде, в результате которой погиб житель города Энгельса, проводится доследственная проверка.